здравствуйте! Всегда интересно знать, чем занимаются спортсмены после соревнований. И сейчас мы имеем в виду тех биатлонистов, которые выступали на внутрироссийских соревнованиях. Так, российский биатлонист, чемпион мира Антон Бабиков рассказал о своих планах на будущее и тренировках во время пандемии коронавируса. Бабиков отметил, что пока непонятно, как будет складываться межсезонье в сборной России, а также как будет происходить отбор в команду. Единственное, что могу сказать, я очень в себя верю. Остальное не имеет никакого смысла. Никогда не был мотивирован тренироваться так, как сейчас, отметил биатлонист. При этом спортсмен добавил, что тренируется он в полную силу, даже находясь на самоизоляции. Есть велостанок, силовые агрегаты. Все это как раз то, чего не хватало мне в предыдущие годы, рассказал Бабиков. Нам почему-то кажется, что не совсем справедливо руководство Союза биатлонистов России обошлось с Антоном Бабиковым. Почему-то так легко расстаются с теми спортсменами, которые совсем недавно хорошо выступали и показывали неплохие результаты. Что происходит с их тренировками? Как готовят их к соревнованиям, если нет никаких положительных результатов у сборной? Как всегда, много вопросов. Но ответов, по всей видимости, мы, как всегда, не дождемся. Однако это только наше мнение, у вас оно может быть другим. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!